Что бы я хотел сказать? Я приехал два дня как с блокады. Второй флаг после украинского флага, я крымско-татарский не считаю, он всегда с нами, висел у нас на блокаде флаг свободной Ичкерии. Мы его подняли гордо, потому что для нас очень важно знать, и чтобы знали, в том числе в России, в тюрьме народов, знали, что братья наши Нохчи, Вайнахи с нами на блокаде. Первыми были шире украинцы, которые нас поддержали. Второй народ, который приехал тут же, без уговоров, без разговоров, это были наши братья Нохчи. Поэтому свободная Ичкерия будет следом после свободной Украины. Так и будет. Спасибо. Героям слава. Держитесь.